Если нам надо будет сюда ввести войска НАТО, мы их сюда введем. Если нам нужно будет сюда ввести отдельные страны войск, тоже введем. Мы на нашей территории, как говорится, своей кухней и своими кастрюлями распоряжаюсь я лично сам. Поэтому это понятно, что вызывает обеспокоенность Министерства иностранных дел Российской Федерации. Но мы не должны спрашивать, и Евросоюз не должен спрашивать для того, чтобы мониторить границу